Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о говорящем «Форде» и борьбе с мошенниками. Чего только не научились делать современные автомобили. Один умеет парковаться сам, второй следит за пешеходами и истошно вопит, когда те выскакивают на дорогу. Есть автомобили, которые общаются с высшим разумом в виде интернета. Компания Ford решила преподать всем урок правильного маркетинга и научила доносить до водителя информацию из соцсетей. Предположим, у вас есть страница на Одноклассниках или ВКонтакте. Мультимедийная система будет зачитывать вам сообщения на вашей стене, а также отвечать на сообщения при помощи заранее прописанных шаблонных ответов. Звучит это, конечно, весьма странно. Речевой синтезатор сообщает вам, что соседи уезжают и хотят пристроить котенка. Надо понимать, что робот произносит даже безобидную фразу абсолютно холодно и без эмоций. Любое пожелание доброго утра может звучать весьма угрожающе. Плюс к этому, мультимедиа новых моделей Ford способна послать ваше местоположение контактам из телефонной книги. Это очень удобно. Сидишь себе и смотришь, как жена переезжает из магазина в магазин. Есть шанс вовремя ее остановить. Новый виток борьбы со скручиванием спидометров может начаться в нашей стране. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила внести изменения в полис ОСАГО. Смысл изменений в том, что в него будет вписываться пробег, который есть у автомобиля на момент получения розовой бумажки. Эти данные будут частью новой информационной системы, которую дилеры сейчас создают на манер американской Carfax. База ROAD создается совместно с банками, бюро кредитных историй и производителями. Государственные органы в лице налоговой и ГАИ тоже в деле. Чуть ранее систему с похожим функционалом представил сервис бесплатных объявлений Авито. В ассоциации дилеров предполагают, что две конкурирующие платформы лишь облегчат жизнь тем, кто хочет купить автомобиль с рук. Сильно попортить жизнь они должны нечистым помыслом торговцам и прочим перекупщикам. Вот тогда у нас наступят хорошие и радостные времена. Времена, когда все честно. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».